Лекция закончилась? У деток маленьких, лекция закончилась? Где-то трехмесячных, шестимесячных, трехмесячных, у них ручки зажатые, вот там, да, мышцы в тонусе, да, говорят? Угу. Вот, и там назначают там всякие аптечные медикаменты, которые там как-то расслабляют там и все такое. Смотрите, у детей первое, что формируется, две основные, ну, скажем так, первые формируются мышцы у детей, это окологубная мышца, потому что ребенок должен сосать, и формируются первые мышцы у ребенка, это мышцы хватательного рефлекса рук. Поэтому часто и густо, если ребенок, например, в животе у матери находился в состоянии тревожности, или мама находилась в состоянии тревожности, вот этот вот нервный импульс, он передается, и ребенок зажимается. В этой ситуации любые, скажем так, химические препараты, я считаю, что они нет необходимости, когда ребенку до трех месяцев, ну даже до полугода. После полугода можно о чем-то задуматься. Там может быть что-то с генетикой надо смотреть, может там какие-то более серьезные заболевания. В этой всей ситуации все это решается очень просто. Это решается массажем, это решается водой. То есть это все это делается, и мама должна употреблять большое содержание лецитина, для того, чтобы нервный импульс по конечностям, если мама кормит, чтобы он хорошо циркулировал. Потому что от наличия ацетилхолина и от его качества зависит передача нервных импульсов, и зависит, мышца находится в тонусе или мышца находится в расслабленном состоянии. Это отсюда идет, это идет работа мотоневрона. Водой в смысле плавания? Дети должны быть как можно больше в воде, те, у которых повышенная тонусность мышц. Вода сбрасывает это напряжение, ребенок начинает в воде расслабляться. Это есть такая ситуация. Потому что вода – это его естественная среда. Он же в животе, в воде находился.